Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня в рубрике «Обзор» набор от фирмы «Звезда» – немецкий тяжелый танк «Королевский тигр» с башней Хеншель. Модель достаточно крупная, в собранном виде порядка 30 см в длину. Набор состоит из 423 деталей. Это репак модели фирмы Dragon 2004 года. Теперь перейдем к содержимому коробки. Начнем рассмотрение набора с инструкции. Она выполнена в виде раскладушки, что не очень удобно. На титульной странице дана краткая историческая справка на двух языках. На первом листе дана схема расположения деталей на литниках. Этапы даны в свойственном звезде формате с подсборками. Стройку предлагается начинать со сборки корпуса танка и подвески. Вклеить балансиры, собрать и установить катки. Гусеницы, судя по инструкции, даны наборные. Их предлагается собирать по линейке. Далее приклеиваются крылья на борта и различные лючки на верхнюю часть корпуса. Следующий этап – сборка выхлопной системы. Дан трафарет для раскройки сетки МТО. Далее установка решеток, сеток МТО на место, а также части шансового инструмента. В последнюю очередь предлагается собрать башню и орудие танка. Судя по инструкции, частично детализован казенник орудия. Дуло из двух половинок с пазами для удобства склеивания. Далее предлагается приклеить все оставшиеся люки, крепление запасных траков и сами траки. На последней странице даны номера и названия красок, а также различные схемы окраски модели. Теперь переходим к литникам. Первое – это ванна корпуса. Днища детализованы, присутствует имитация сварочных швов. На следующем литнике дана верхняя и задняя часть корпуса. Петли тросов, трос и часть шансового инструмента. Литье отличное, облой отсутствует, детализация на высоком уровне. Следующий литник с деталями башни и орудия. На башне уже отлиты сварочные швы, размеченные места для крепления запасных траков. Облой отсутствует в принципе. Зачищать придется только от питателей литника. Далее литник с крыльями, деталями выхлопной системы, поручни и прочая мелочевка. Еще на одном небольшом литнике располагаются оставшиеся детали выхлопной системы. Люки и часть шансового инструмента. Кусачки, топор, кувалда, лопата и домкрат. В следующем пакете два одинаковых литника. На них проушины, выхлопная труба, ведущая звездочка, задний каток и много мелких деталей. В последнем пакете шесть одинаковых литников. На них располагаются наборные траки, катки и балансиры. На траках очень много следов толкателей, но возможно их не будет видно за катками. На качественных деталях даны номера и эмблемы дивизий, а также надписи для трофейного варианта тигра. Трос выполнен из толстой нити. Также дана пластиковая сеточка, из которой предлагается вырезать по трафарету сетки МТО. В завершение хочу сказать следующее. Набор мне очень понравился. Наследство от Dragon чувствуется во всем. Качество литья, если не идеальное, то близкое к нему. Детализация отличная, хорошо проработаны мелкие детали, болты и прочее. Облой отсутствует.
Из небольших минусов могу отметить трос в виде веревки, пластиковая сетка для МТО и не очень удобная инструкция. Но это не проблема, так как трос можно изготовить самостоятельно, а при желании и докупить недорогой набор фототравления. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.